На, все, заебись. Ой, блядь, дальше продолжим пилить видосы. Это уже набить толкач, и у меня его не было. Привет, короче. Ой, я это... Ой, сейчас микрофончик подвинул. Вот там что-то пукаю. Блядь. Что? Что было? Там что-то упало. А-а-а. Так, это сработает. Это тоже сработает. А, ну да, я ж еще кое-что забыл. Это же сталкер. Захват игры, фильтры. Контраст поярче. Закрыть. О, ну теперь нормально. Громко. Так, нам надо контейнер. Это что? Сообщение Барандия. Сообщение. Надо до вертолета. Надо вот сюда сесть на дух. И кабанчики. Не прилетело. Блять, погода тут вообще пиздец. Громкая. Опа. Что-то не так. Не вижу кабана. Нет, дождь вообще какой-то очень громкий. Может, вот так сделать? Или динамическую... Уякс. Динамическую музыку выключу, наверное. Ебать, еще громче. Thank you.
метров. Отсюда мне выйти. Сюда можно. Сюда можно. Сюда нельзя. Сюда можно. Здесь можно. Нормально. Что дает? Ничего такого. Идем контейнер заберем, наверное. Вылезем. Или сюда сначала сходить. Скажу сюда сначала. Блин, ну хочу вот так вот сначала. Теперь мне надо вот сюда. Может, радиация. Это что дает? Электрозащита просто. Да ёпта. Ладно, нафиг эти ящики. Тут персонажи поинтереснее лежат. Может, продать можно. Так, тут еще есть. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Ой, дождь закончился вообще с кайфом. Так, еще... Пауза.
Так, сейчас идем сюда, с хапотстанции. Я с собой взял жрачку? Да, у меня все есть. Свои. Ну да. Пушку-то спрячь. О, вот теперь подходи, пообщай. Так, шел бы ты отсюда. Здесь наш лагерь, и нечего тебе рыскать по территории. Мои парни как не... и так нервные с голодухи. Я бы мог принести же еды. Да ну, ладно, неси консервы, колбаски, хлебушка, штук. А, так 6 в итоге. Наконец-то пожуем. Вот, все, держи. Не ожидал, спасибо. О, нормальный обед парням будет. А ты побродить здесь хотел? Так броди, разрешаю, только пушкой не размахивай. Заебись. Здорово. Блять, у меня не показывается, кто это. Тесак. Ладно. Блять. Тут я нечаянно. Угу. Инструментики. Нормально так поменялся. Так, теперь можно и за контейнером. У меня нет перегруза. Ну блин, уже что-то так себе. И коктейля этого нету. Ну ладно, там разберемся, выбросим что-нибудь. Тут ничего в нем нету. Опа. А нет. Тут что-то есть. Что-то тут есть, сука. Только как это достать? Нычечка. Идем теперь сюда. Там опять разборки. Так, ё-моё. Что-то только тушенки взяли и все. Ой, ё-моё. Тут еще есть нычка. Надо еще пожрать. Еще пока не разобрался, как тут. Давай, 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 давай. Как-то. Опа.
Чуин комбез. Причем он даже что-то не нычка, он просто тут лежит и все. Ну ладно, чё. Фу, так, вот здесь вот самое такое. Я не помню, как тут спускаться. Да это вообще гемор, в принципе. Ух, блять, вот в этом-то и гемор. Я лучше это вот так сделаю, перезаписать. Ебать. Так, хаваем. Так, откуда прыгать, туда идем. Ага, сюда не пройдем. Блять. Блять. Я не вижу. Так, все, F5 пока что. Пацаны, хоть чем-то помогайте. Все, пиздец. Это вообще пиздец. Обратно потихоньку буду возвращаться. Я так много набрал. А чё так тяжело ему? А, кейс 12 килограмм.
Нет кнопочки. Я думал, есть. Вперед, бот. Бля, он бегать не может. Тут что-то ходит. Все, не ходит. А что я за шлемак подобрал? Противогаз, химзащита, псизащита. Ну, так, такое пойдет пока. Надо вот этот комбез поменять на что-то. Вот не пишется ничего. Стата там. Слушаю тебя. Ну, привет. Ну, здорово. Так, держи контейнер. Так, ну, давай делить хабар. Как бы я солдат этих конченых. Так, фора. Второй мне раз, не нужно. Бери себе. Медицинский набор. Вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных бомбах. Ну, я бы взял. И на нашем горбу в рай езжают. Давай дальше. Внимание, выдаю шутку юмора. Улучшенный АКМ. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки. Оставляй себе. Кровосос. Тихо, кругом, очень ценный и красивый этот общем, артефакт. Вот идея. Артефакты я возьму. Из дома выбегает маленький кровососик и к папе. Давай дальше. Так, и последняя, пап, шлем, ручная работа. Покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Давай шлем. Пошел в сторожку, выходит на каждой руке по черепу. Он давай дальше. Ты добывай. Привет, привет, брат. Семёныч, слушай, попутного как думаешь, ну, привет. Тут кровососы есть? Правый так басом. Их... Ну ты даешь, Петруха. Ты заваливай. Какие тут нафиг перетрел. Кровососы? А, класс. Привет, брат. Ну, здорово. Как... Так. Я уничтожил логово кровососов. Славно отомстил за пропавших мир их душам. Награду ты действительно заслужил. Детектор Велес. Нихуя, что-то он быстро появляется. Так, координаты тайника 5000. Ебать. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Где медик? Слушай, ну классно у тебя выходит. Пить как охота. Че, кожаный плащ был? Сейчас холодно. В оригинале? Ну что, есть что-то новое? Стальной шлем. Но артефакты я тебе пока отдавать не буду, мало ли что. Вдруг пригодятся. Вот, дробь, бля, мало. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, все, в гробу я видал ваш хваленый клондайк. Вспомнил вот. Заныкал сталкер на... Иди, иди, нечего тебе тут делать. Вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит. Ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, сука, кто такой? Из да, этой группировки. Тишина. Но сталкер еще сильнее нашел. Блять, заебались они с этими анекдотами. А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке стоп. Потекло. Вы по процедурному вопросу? Отвечай, кто по процедуру. А сверху я принес инструменты. Слабый голос. Для тонкой работы. А какого молчал, сволочь? Так я же. Я нашел КПК. Нет, это потом. Пока не буду ему отдавать. Тут можно еще кое-куда сходить.
Блин, так-то мне ремонт. Максимальный вес бронежилета, броня, радиозащита. О, не по 350 рублей. Вот эти уже по 3000. Но больше переносимый вес. Внимание, да. Выдаю шутку юмора. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет? Прочность костюма. Хим, электро, хим или термо. Всегда бы такая пруха была. Пока ничего. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких. Если бы еще хабар. Слушай, ну классно у тебя выходит. Так, поспим до 8 утра. Как хорошо тут пить не надо. Да, очень упрощает игру. Блять. Плато сюда. Но можно, да, так сделать. Ну, привет. Здорово, здорово. Привет, брат. Есть еще дробь. Ладно, пока без всего. Деньги есть. Блин, ну ладно, ладно, оставлю. Дробовик. Долби, долби. Че за приколы? Сгонять и кардану как раз задание отдать. Опа. Кардан алкаш старый. Как набухается, зад от стула оторвать не может. Ну да как же? Тут надо получше осмотреться, придурок. Еще и на нас шутников наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить с концами. Пока я кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом пухать? И водка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось. Вот пузырь — это хороший артефакт. Это прям очень хороший артефакт.
Блять, нахуй это все вкачал. Кашение удара, вес. Ну ладно, продам, чё. Нормально сходил. Начало игры самый лучший артефакт. Давайте без хрю-хрю. Сталкер, хочешь попасть на сухогруз? Прячь оружие. Кто, блядь? Показалось. Ну это не надо. Здорово. Здорово. Нашел КПК, взгляни. Что за КПК, зачем они мне? Баржи шутника. Один нашел неподалеку от Соснодуба, возле скелета, а другой на мертвом теле в пещерах с под сгоревшим хутором. Оба мертвые. Не может быть. Блять, хуево читаю. Не с интонацией. Дай пизду ее. Как же. Баржи крепкий был, прямо скала. И шутник, эх, шутник, не посмеяться нам с тобой больше. Спите спокойно, друзья, сердечные. Так, он мне что-то дал, нет? Да нихуя мне не дал. Он теперь еще и не пьет. Почини мне еще броню. Ну ладно. Да чё ты топчешься? Блин. Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Тут пока по пушкам тоже все скромненько. Не, конечно, можно вот так вот сделать. И пойти за одной топовой. Вот сюда сходить. Там я знаю, где... Есть. Здравствуй, сталкер. Где ты, свинья? Ебать, их там. Давай. Думай, тёрнул. Не попал. Хуёво. Сюда это. Сюда хуёво. Сюда хуёво. Сюда я побежал обратно.
ствол есть. Это что дает? Термозащита. Ёбаные, блядь, собаки. Воет прям конкретно. А там чё? Понял, движняк. Да, блять, страшно. Стой, стой. Ты кто такой? Просто сталкер. Ты все-таки понял и пришел в ковчег? Так. Че, блядь? Че за диалог? Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Об одном. Вон он на плато, вокруг него снорки бегают. Я их там... раз в два дня отстреливаю. Что ты смотришь, логово-то? За раз не перебьешь. А как попасть на плато? Ты тоже хочешь снорков пострелять? Уважаю. Ладно, могу провести. Как-нибудь потом. Ты... почему ты живешь на этой посудине? Это ковчег, запомни. Если хочешь жить... если хочешь... чё? Это ковчег, запомни. Если хочешь жить, запомни. Ебанутый. Когда пойдет волна, оставайся рядом. Здесь у тебя есть шанс выжить. Сюда не пробьется ни один мутант. Ты говорил о какой-то волне? Волна мутантов, которая раздавит, разнесет людей, вынесет людей из зоны. А тех несчастных, которые выживут, сметет громадный лютый выброс. Уничтожит все живое в зоне, кроме тех, кто будет к нему готов. Угу. Откуда у тебя собака? Это Лесси, славная сука. Если бы не она, меня бы давно не сожрали во сне. Проклятые мутанты, ненавижу. Только глаз сомкнешь, а они уже рядом тянут когти, клыки, щупальцы. Ну это нормально. Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Давай, пойдем. Следи, как я иду, а потом сам двигай. Так. Мимо железок.
Блять, ну снорки, конечно, такое себе. Блять. Нахуй так пугать, блять, я ж дергаюсь. Дробаш поломался. Тоже аккуратно. Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно. Интересно. Все, можно сваливать потихоньку. Так, сюда заглянем. По идее, как больше не осталось у нас тут ничего, кроме этого тайника, который я тоже заберу. Но, скорее всего, в следующий раз после зачистки. Точнее, когда мы будем возвращаться. И все. Так, ну, тропашка уже не нужен. Вот так вот сделаем. Надо кончать. Достаточно просто. Тихо. Блять. Так, один есть.
Че, они забудут? Они забудут. Бля, реально забыли. А что за прикол? Ух ты, блядь, нихуя. Да, блядь, не то, не так, ну. Что делать, они жесткие, у меня всё-то винторез. Значит, не на легком играю. Чё, куда они заныкались? Блять, это кнопка. Там детки большие есть. Их больше всего ссыкую. Большие детки меня на раз выебут. Как-нибудь так их подрядить бы чуть-чуть. А чё они не байтятся? Не выходят никуда. Thank you.
Блять, иди. И что мне делать? Крабик пошел. Они прям засели там. Вижу его нахуй. Ух, ебать. Блять, антирадики хаваю, блять. Вообще нахуй не вижу ничего. Откуда? Вообще, блядь, не вижу. Тихо. О, блядь, откуда ты? F5. Ты чё, блядь?
он тут прям. По вспышкам бей! Последний остался. Ёбнутый. У меня больше всех проблем вот этот вот сделал. У меня так что-то со спины обошел. Креветки положить? Никаких креветок. Съедим тогда все. Че ты пугать? Я ж не слышу. Я вообще ничего не слышу. Нет. Угу. Чуть не умер из-за креветок. Фу. Так, ладно, что тут есть у них? Вот забираем. Хорроры, хорроры, блядь. Вот он, хоррор единственный. Вот оставлю. Себе забери. Патрончики. Так. Надо типочков тут залутать чуть-чуть. О, они исчезли. А здесь тоже все исчезло. А, эти живые. О, как. Типа. Ну и все.
Двигаем обратно. Зомби там. А что, не могу глушитель поставить? Ну, привет! Погон. Привет, брат! Опа. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. О, блядь. Глухаря убили. Все, сериала не будет. Его нету вроде. Я знал, что это... Что очень скоро до меня доберутся. Не ты, так кто-нибудь другой. Тремор, можешь объяснить, что происходит? Я уже ничего не хочу скрывать. Молчать бессмысленно. Мои дела говорят за себя. Наверняка ты уже понял, что это я убил глухаря. Так же, как Данилу и других пропавших. А зачем? Никому не пожелаю испытать муки гемоглобинозависимости. От нее не отделаешься. Есть дни, когда кажется, что способен прожить без единой капли крови долго. Очень долго, может быть месяц. И такое действительно случалось. Как я тогда гордился собой. А вот потом срываешься и начинаешь наверстывать упущенное. И как тебе удавалось это скрывать? Когда я работал в хирургии, скрывать было легко. Почти всегда я находился излишек донорской крови. Но вот в зоне, я думал, в таких жестких условиях мне будет не до болезни. Как я ошибался, я сорвался и больше не мог думать ни о чем другом. Выбирал, как правило, раненых, а убийство счел правильным выдать за нападение кровососов. А как же Данила и глухарь? Данила прибежал ко мне за помощью после вылазки на кровососов, он был ранен. Когда глухарь договорился с ним идти на кровососов, я понял, что долго мне не продержаться. Я еще не сохранял свою тайну, но уже знал, что это ненадолго. Вскоре появился глухарь. Он догадался обо всем и пытался меня убить. Вот так. Мне жаль этих людей. Мне бесконечно жаль себя, но ведь этим ничего не исправишь. Ну, я все понял, хватит болтовни. Меня никто не сможет понять. Нормально. Ебать. Че? Нифига себе. Блять. Жаль, что тут спального места нету.
Он ж прям просится на то, чтобы это, ну, типа... Даже тут тайничок есть. Ну, как-то так. Сколько уже? Час? Ну, надо пробежать обратно. Я думаю, на этом закончим выпуск на YouTube. Да убирай ты, блядь. Не учатся ничего. Ну, здорово. Здорово. Так, глухарь мертв. Его и других сталкеров убил Тремор, но Тремор тоже мертв. Тремор, да, пригрели змеи. И ведь любой на их месте мог оказаться. Уж если не глухарь. Так, даже если глухарь. Ладно, спасибо тебе, дружище, выручил. Весь лагерь держи. Тайник, координатор раненого сталкера 10 тысяч. Ебать, я денег тут набрал. Скажи, военные не показывались? Да ты сам подумай, откуда здесь на нашем лагере могут взяться военные? Они бы и на версту не подошли. Тут многие слишком хорошо помнят, как и приходилось на кордоне грязь с животом месить под пулеметной очереди. Было, было. Ну, кристалл, ну ладно, не буду продавать я артефакты. Сыщик. Сталкеры стали лучше относиться. Так, искреннее уважение к вам, они время от времени оставляют медикаменты в вашем личном ящике. О! Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Я нашел Данилу, он мертв, убит покойным Тремором. Ну почему лучшие люди уходят первыми? А Тремор, сука. Ах, Данила, такой ведь был человечище. Так, расскажи о себе, расскажи о бог-мутантах. Ладно, забудь. Бывай. И тут еще будут задания интересные, но позже. Сохранится. Жалко, тут медика не будет. Ну что, есть что-то новое? Да, так. Думаю, тебя заинтересует. У меня есть работа, мне нужна информация. КПК Моргана. Вот, ноутбук. Ноутбук. Договорились. Юспиху забирай. Патроны на... Так. Берилка. Может сразу на севу накопить? Думаю, на севу. Так, улучшенные патрики. Че еще можно купить? Вот эти возьмем, вот эти возьмем. Аптечки, да не надо. Вот это вот оставим. Ну и как-то вот это вот оставим ему. Продать, купить. Сколько денег? 34 давай, тысячи. Давай, не задерживайся. Еще... А, последний вроде... Инструменты все в Припяти. Да. Здорово. Здорово. Дорого? Фу. Вообще. Копейки. Блять, я летаю. А можно тогда? Так, эмочку оставим. Пока не нужна. Хотя, мне сейчас это все добро переть бы. Да к Янову.
Ладно. Надо на этом серийку-то на ютубе закончить, а то она немножко долгая вышла. И продолжим во второй. Давайте, ютуб. Пока.